Добрый вечер, дорогие друзья. Наша сегодняшняя тема называется «Раскол Армении». Ну, можно сказать, что раскол армянского народа. И тут ключевую роль играет, как ни странно, не Азербайджан, а Россия, Российская Федерация. Ну, что происходит сегодня с Арменией? Сегодня мы видим, что приехал туда Владимир Владимирович Путин, приехали туда другие члены ОДКБ, Токаев и не только. И Пашинян, чтобы как-то расположить в себе народ, который, в общем-то, как я вижу, 50 на 50 разделился, народ, именно живущий в Армении, да, армянский. Половина жителей Армении против того, чтобы Армения вмешивалась как-то в дела о России с Украиной, не хотят, вот, чтобы что-то там подписывали, и вышли с пикетами, мол, мы против, уходите, не нужно нам, вообще не хотим, выйдите из ОТКБ. Ну и Пашинян, я вам скажу, его народ зауважал. Он отказался там что-то подписывать, продлевать и все. Ну, видимо, его кто-то, может быть, попросил не подписывать, может быть, его поддержали, я не знаю. Но факт, произошло то, что произошло. Что мы думаем будет дальше? Дальше, скорее всего, Россия полностью уйдет из Армении. Заберет свою военную базу из Гюмри, заберет миротворцев из Карабаха, перестанет защищать армяно-турецкую, иранскую границу, просто забьет на нее и перестанет ее поддерживать. Гораздо сложнее будет судьба 3 миллионов армян в Российской Федерации. Представляете, 3 миллиона армян. Что с ними будет? Выступил же вчера, если не ошибаюсь, депутат Российской Федерации и сказал, что Армения вообще как государство, говорит, не существует. Нет его, говорит. Они, говорит, незаконно вышли из состава СССР. Нет такого государства. Ни один депутат Российской Федерации просто так таких заявлений делать не будет. Значит, уже есть настрой. То есть, мол, вы нам не поможете против Украины, так мы от вас тоже уйдем. Начнем с того, что сама Россия когда-то создала Армению. Да? Если вы знаете историю, то последние 1000-1500 лет не было никакой армянской государственности. Если вам хочется верить в эти рассказы про Тиграна Великого, Арташеса Железного, Ашота Медного, верьте, это ваше личное дело. Но все это было, друзья мои, 1500-2000 лет назад. В средние века никакой Армении не существовало, не было никакой армянской государственности, ничего подобного не было. Начнем с того, что армяне существовали в Персии, существовали в Сирии, существовали в Османской империи. Самый сильный расцвет армянства приходился, конечно же, на взятие Османской империи Константинополя. В 1453 году, вы знаете, Константинополь пал, османы его захватили. Кто первыми пришли на поклон к султану? Конечно же, армяне. Армяне пришли, поклонились, сказали, не режь, не убивай, мы тебе клянемся в вечной верности. И были верны, мои золотые, до 1827 года. А что случилось в 1827 году? Российская империя захватила Иривань. Кстати, покажу вам карту Российской империи 1801 года. Вы видите, Ириванское ханство, правильно? Видите, ханство Ширванское, видите, Иривань, Кахетия тут есть, есть ханство Ганджинское, Нуха, Нуха это Щаки. Ну и никакой Армении в помине нет, ни как государства, ни как обозначения географического. 1801 год. Российский архив. Понимаете? Вот она, военно-политическая карта 1801 года. Да? В 1827 году захватывают Иривань и начинают поселять туда, ну вы знаете, Паскевич и, конечно, Грибоедов начинают заселять туда отовсюду армян, да? Чтобы заполнить христианством вот этот вот регион. Заселяют туда, сразу же отдают им все албанские храмы. В 1861 году, по-моему, подписали указ и все вместе с утварью отдали. Факт в том, что армяне начинают в себя верить, вдруг у них появляется история, вдруг их начинают поддерживать. Ой, мы такие великие. Тихо-тихо, там что-то нарисовывается у армян. О, у нас есть государство. Кстати, те армяне, которые были переселены из Персии, где впоследствии и был, кстати, убит Грибоедов, да, прямо в посольство зашли террористы, его там же убили. Эти же армяне поставили в 1978 году памятник, символизирующий 150-летие переселения армян в Карабах. Магара
называется 150, памятник назывался. Потом его сразу уничтожили, это доказывало ведь то, что армян в Карабахе в помине не было. Поэтому его сразу уничтожили, но благо вырезки из газет, фотографии, статьи, все сохранилось. Я вас прошу, погуглите, пожалуйста, да, есть такой памятник. Кстати, есть также в Дагестане село Карабах, Карабаглы. То есть армяне, которые переехали из Карабаха в Дагестан, назвали там село Карабаглы. То есть почему-то не назвали Арцахлы, а назвали Карабаглы. Да, Карабах в переводе с тюркского означает «черный величественный сад». Идем дальше. В 1827 году захватывают Еревань, и происходит то, что происходит. Вы знаете, их туда заселяют. В 1915 армяне предают Османскую империю. После 400, даже почти что 460 лет прекрасной жизни в Османской империи, да, процветая там, имея там школы, имея множество паша были армянами, имея там рестораны, имея свои кладбища, имея свою культуру, в школах преподавали армянский язык, имея свою культуру, вдруг они предают Османскую империю. Ну, вы знаете, да, Первая мировая, Антанта, это Тройственный союз, но вы все это знаете, лучше меня, что погуглите. Предают и тоже уходит к России. Россия-матушка, конечно же, тихо-тихо все-таки создает армянское хоть какое-то государство. Впоследствии в 1930-х годов Еревань наконец-таки становится для армян Ереваном. И почему-то они говорят сегодня Ереван 2600 с чем-то лет. Но окей, опустим это. Происходит то, что происходит, и Армения становится вилаятом Российской империи. Впоследствии Российской Федерации. Полностью на содержании России, полностью завися от России. И сегодня Армения, понимая, что дальше так невозможно, все армяне с Армении бегут, предпочитает уйти сначала из-под осман к России, сегодня из-под России, хочет уйти под Францию, под Америку, куда угодно, не думая о 3 миллионах армян, которые живут в Российской Федерации. Пофигу, пусть сами разбирают. И уходит. Отказываются подписывать документы с Владимиром Владимировичем, отказываются его поддержать в его спецоперации. И что же будет дальше? Что же будет дальше, мои золотые? Солнце мое, мы независимы от Турции. У нас есть нефть, газ и все, что нам нужно. Турки, тюрки и мы – это единое целое. А вы и русские – это не единое целое. Вы когда-нибудь говорили один народ, две страны, да, вы и русские, нет, так вот мы один народ, две страны, это все просто география, у нас и в Иране много, и здесь много, и там нас много, так что все нормально. Что происходит, друзья мои? Происходит то, что Армения сегодня хочет уйти из-под России, ей это не нужно, они понимают, что этот якорь не просто держал корабль на одном месте, сегодня этот якорь тащит его на дно. Я говорю только фактами, никак не собираюсь оскорблять этот народ, никак не собираюсь говорить, что у них нет истории, и что-то было, и что-то не было. Не может быть народ без истории. Вообще ни один народ не может быть без истории. Это маразм говорить, что у кого-то нет истории. Она у всех есть, у всех она разная. Понимаете? Поэтому вопрос в чем? Если Россия сегодня уйдет от Армении, что будет с Арменией? Мне очень интересно, что же будет с Арменией. Вы знаете, я не дурак, я умный человек, да, относительно. Я вижу два выхода. Первый вариант. Уйдя из-под России, Армения сразу же наладит контакт с Азербайджаном и с Турцией. Вы думаете, Армения сразу пойдет в Америку или во Францию? Да нафига, у нее сосед с трех сторон азербайджанцы. Здесь 12 миллионов, 40 в Иране, 90 в Турции. Мы им нужны. Они сразу к нам придут. Скажут, это Россия виновата, это они нас подставили, это они нас заставили выиграть, нам вообще Карабах и ничего не надо, давайте дружить. Вот что они сделают, это Франция далеко, Америка еще дальше, о чем вы говорите? Они сразу придут к нам. Нет, они будут верить в мечту о НАТО. Ладно, да. Мои золотые, они сразу придут к нам, поверьте мне. И как только Россия перестанет поддерживать Армению, они придут к нам. Это мое стопроцентное убеждение. Почему? Да потому что 1 200 000 армян живут в Османской империи. 50 тысяч живет в Азербайджане, в Карабахе 30-40 тысяч и в Баку. 10-15 тысяч есть, да, как ни крути. Как ни крути, есть. В Иране они есть. Так везде они есть. Что они думаете, побегут во Францию? Прямо, знаете, на батуте? Нет. Им мы нужны. Им этот Зянгезурский коридор нужен. Им нужен нефтепровод через Армению в Турцию, газопровод через Армению. Им это нужно.
Америка где-то ого-го далеко, а мы-то тут. Я советую всему армянскому народу подумать хорошо о том, кто является вашим соседом. Это вам мой совет. Ваш сосед – это мы. Это не Франция. Это не Америка. Это даже не Россия. Мы ваши соседи. Причем с трех сторон, мои золотые. Давайте, решайте, думайте. Найдите с нами общий язык. Иначе будет вам просто не сладко. Почему? Да потому что Россия никогда ничего просто так не отдает. Россия может продать, но не отдать. И вот какую цену Россия за вас назначит, поверьте, найдется то нефтяное государство, которое эту цену заплатит. Понимаете? Черный цвет – это неплохой цвет. Это цвет нефти. Ах, перес. Понимаете? Вот этот цвет сегодня все решает. Нефть сегодня решает. Что, где, с кем и почему делать. Думайте. Найдите с нами общий язык. Не надо только говорить, что мы древние, мы велики. Да, пускай будьте, да, древними. Рассказывайте своим детям в школе, что вы древние. Что хотите делать? Я не против. Я не против. Но вам нужно понять, что мы соседи. И 3 миллиона армян в Армении никуда от нас не денутся. Никуда. Они всегда будут там. Они будут там. И мы будем тут. Либо мы строим бесконечную длинную стену и продолжаем друг друга ненавидеть. Продолжать погибать молодежь. Либо вы принимаете то, что имеет место быть. Армения сегодня раскалывается. Раскалывается на две части. Часть Армении уйдет с Путиным. Часть уйдет куда-то в Европу, в Америку к каким-то обещаниям. Вы кому поверили? Нэнси Пелоси, которая приехала в Армению на один день, поплакала и через две недели уволилась с поста? Вы кому поверите? Включите, да, ребята, фантазию и поймите, что ваш сосед Азербайджан никуда не денется. Вы не думайте, что я прямо здесь горю желанием с вами дружить, брататься. Нет. Но есть действительность. Вы живете в мире иллюзий. С одной стороны, вы выходите на свой балкон в Ереване и смотрите на гору, которая в Турции, говорите, это наше древнее. С другой стороны, вы смотрите на Карабах, говорите, это наше древнее. Не надо смотреть на гору и на Карабах. Посмотрите на себя в зеркало. Задайте себе вопрос. Не что армянский народ или все вы представляете себя, а что каждый из вас из себя представляет. Вот ты Гурген, ты Ашот, ты Мартин. Задай себе вопрос. Что ты из себя как человек представляешь? И вот если ты личность, поверь мне, ты гораздо больше делаешь величественного для своей страны, чем думая, что эта гора ваша и Карабах этот ваш. Ни гору, ни Карабах вы никогда не получите. Не понимаете этого? Ну не будет этого, этого невозможно сделать никак. Азербайджанский ген устроен так, что мы за 30 лет мы ничего не забыли, ничего не простили. Ничего вам не отдаст Азербайджан, потому что это и не ваше. Ребята, Российская Федерация, Российская империя около 200 лет назад вас создала, вас придумали, вас переселили на наши земли, в наше Ереванское ханство, в наш город Еревань, который когда-то в 15 веке основал Ревангулухан. Если это не так, тогда объясните мне, что делает мавзолей Пиргусейна в центре Еревана? Почему мавзолей 15 века одного из правителей Ереванского ханства находится в Ереване? Вы его назвали туркменским мавзолеем, а вы не понимаете, что корень слова туркмен – это турок. Что делает мавзолей Пир Гусейна в центре Еревана, если это древний армянский город? Ничего вы не сможете мне сказать. Ничего. Ребята, найдите с нами общий язык. Вот я вам говорю, давайте найдем общий язык и все. И закончим этот, вот этот спор, эти распри. Вы не понимаете, у России сейчас непростые времена. И либо вы пойдете дальше с Россией в неизвестность, либо вы пойдете с Америкой, с Францией, которая вообще неизвестно где. Думайте. Думайте. Когда вы жили в Азербайджане, 500 тысяч армян никогда не говорили про Америку, про Францию. Вы говорили про Азербайджан, про Турцию. Как вам хорошо. Вы сейчас живете в Турции, вы не говорите про Америку, Францию. Вам там хорошо. Вы летаете летом в Анталию, вам там хорошо. В чем проблема? Живут армяне везде. 3 миллиона в России, миллионы где-то в Европе. 50-100 тысяч пускай живет в Азербайджане, да, в Карабахе. Ладно, да, проблем нет, уже так случилось. Мы на это тоже пошли. Сказали, окей, живите в нашей стране. Вас 10 миллионов чужими паспортами в других странах, пускай 50 тысяч здесь, да, будет.
И все. Никто не собирается устраивать вторые, третьи, десятые, как вы думаете, геноциды, какие-то там, я не знаю, массовые какие-то переселения. Нет, мы просто хотим мира. Ни азербайджанская, ни армянская мать не хочет хоронить сына. Никто. Покажите мне мать, которая хочет похоронить сына. Можете показать мне эту мать? Нет. Я тоже не хочу хоронить сыновей. Не хочу. У меня 3 сына. Не хочу дохоронить. Но если придется, похороню. Если. Вот это если зависит от вас. Перестаньте жить иллюзиями и определяйтесь. Определяйтесь. Определяйтесь сегодня. Понимаете, на 2 стульях вы не усидите, мои золотые. Не получится. Не получится. Вы не сможете усидеть на 2 стульях. Это вам не конфликт Израиля с Палестиной. Палестинцы сами когда-то продали земли Израилю. И сейчас воюют. Это другая тема. Здесь никто вам ничего не продавал. У нас просто в 90-е отжали. Потому что у вас было больше денег, а у нас была слабее государственность. Понимаете? Сейчас у нас, слава богу, и государственность мощнее, и денег растут больше. Поэтому не стоит. Успокойтесь. Успокойтесь. Найдите с нами общий язык. Это вам товарищеский совет. Я готов с вами вести диалог. Пожалуйста. Хотите, давайте. Давайте это сделаем. Поговорим. Хватит вот этой ругани в интернете, оскорблений, унижений. Хватит этого. Понимаете? Армения сегодня раскалывается. Раскалывается не только государство Армении, но и раскалывается армянский народ. Они не знают, что делать. Половина идет за Путиным, половина осталась в Европе, половина не знает вообще, что им делать дальше. Ваша единственная надежда – это найти общий язык с Турцией и Азербайджаном. Все. Другого выхода нет. Америка где-то далеко, Франция еще дальше. Успокойтесь уже. Давайте найдем общий язык и будем просто жить, работать, воспитывать детей. Никто не говорит того, что у вас нет истории, вы вчера упали с неба. Я никогда себе не позволял таких глупостей говорить, что вы там появились вчера, знаете, волшебным образом, вы откуда-то упали. Я всегда говорю только фактами. Если у вас интеллект не вау, всегда поможет Википедия и Google. Если интеллект посильней, найдите более серьезные, скажем так, доказательства. Пойдите в архив, пойдите на достопримечательности. С вами говорит человек, который не просто гуглит. С вами говорит человек, который был на захоронениях карабахских ханов, на захоронениях ширваншахов, на захоронениях Габсбургов в Вене, на захоронениях... Конечно же, Романовых в Петропавловской крепости. Я был на захоронениях Виндзоров, везде был. Мне всегда была интересная история. Для меня история – это не просто слова и Википедия. Для меня история – это захоронения, это крепости, это церкви, мечети. Это не фальсификация, а то, что ты видишь, чувствуешь, щупаешь. Не может называться в стране под названием Армения – древняя церковь с названием Ичмиатин. Ичмиатин — это значит 3 служителя мечети. Погуглите. Не может в стране другая церковь находиться и называться в честь Гасан Джалала. Касан и Джалал. Священные имена. Как может армянская церковь называться именем Гасана и Джалала? Моего дедушки именем назвали. Хватит, да? Успокойтесь, да, ребята? Хорош, да? Боже мой, персидская мечеть. Я никогда не отрицал того, что если бы не было Российской империи, может быть, мы до сих пор были бы в Персии. Мы там бы и остались. Почему нет? Было бы не 40 миллионов, а 52. Может быть, мы давно бы встали. А может быть, и не встали. Я не знаю. Но если бы не Российская империя, мы бы так бы и сидели, возможно, там в Персии. А вы не слышали, да? Аразы Айрдылар. Или мы за фантасмагорию, про то, что Азербайджан там, этот самый, существовал 10 тысяч лет назад. Я сегодня увидел ролик азербайджанского исторического фильма, там кто-то саблей машет, говорит, это в 15 веке Азербайджан, Азербайджан. Ну, я тебя умоляю, впервые слово Азербайджан, если не ошибаюсь, в письме Петра I было упомянуто, да, переселите армян на земли Азербайджана, да, 1747, что ли, год, какой-то год, все,
И когда кто-то в 15 веке говорит Азербайджан, это как-то, знаете, да? Окей, да? Тюрки, пожалуйста, огузы, пожалуйста, каракоинлу, ахкоинлу. Коин это не бараны, это вершина горы. Вершина белые горы, выше, черный ниже. Белый там, где снег, черный не снег. Ахкоинлу, каракоинлу. Для, особенно для гоюнов объяснил. Найдите с нами общий язык, мои золотые. Видите, ни одного оскорбления, ни одного унижения, ни одной фотографии, дискредитирующей армянский народ, оскорбляющей. Я один, уже 230 человек в эфире. Значит, можно собирать людей без оскорблений, без унижений, не сталкивая лбами. Делайте это. И ваши, и наши. Собирайте людей словом. Делайте, да, это. Зачем обязательно фотографию чью-то ставить, издеваться? Добрый вечер, мои золотые, добрый вечер. За наши гости. Привет, привет, родной, как дела? Привет. Да, насчет письмо Петра было 15 июля 1722 года, было упомянуто про Азербайджан. А еще насчет Учмя-1, у меня одна вот в один вопрос. Этого не было никакого. Да, у меня один вопрос к нашим соседям армянам. Почему над куполом в Учмя-Тине написано арабской вязью тогда? Это говорят люди, очевидцы, которые видели своими глазами. Это я сам там не был, но были люди там, которые своими глазами это сказали. Арабской вязью над куполом написано. А я тебе написано. Мало того, я тебе еще скажу, да. Там же в Учмя-Тине, кстати, есть, ну сейчас это называется логотип, это обозначение, это символ Каракоинлу, чтобы ты понимал, на той же церкви. Символ Каракоинлу, что делать? Добрый вечер еще раз. И Кохман Мялим. Добрый вечер. Всем привет. Добрый вечер. Чамран, то, что ты рассказывал сейчас, это не твои слова, это история, то, что мы всю жизнь об этом говорили. Просто армяне слишком много смотрели ящики, то есть телевизор, да? Я хочу кое-что сказать. Сегодня вот именно российские депутаты уже начали говорить то, что мы говорим веками, что на территории исторических земель Азербайджана построили государство Армению. Это царь, это Грибоедовы, это Баскевичи, да, это всем ясно, это всем понятно, да. Они об этом не хотят слышать, потому что слишком зомбированный молодежь, даже скажу, не народ, молодежь скажу, да, сегодня, да. Вот посмотрите, что происходит сегодня. То, что мы говорили веками, уже российские депутаты, после того, что произошло в Армении, вот на днях, да, уже российские депутаты об этом говорят, армяне, вспомните, кто вас создал. Кто вас создал? Да, что нет такой насчет... страны вам. Да, да, нет. И насчет Ирана пара слова скажу. Вообще. Ты слышал, да, это? Насчет Ирана пара слова скажу, я выйду. Когда они говорят, все это персидские, ребята, послушайте, да, Иран находится 80 миллионов народ, это людей, да, 80 миллионов народ. Там из них 40 миллионов азербайджанцев, 6 миллионов курдов. Там есть еще другие национальности. Сколько остается иранцы, имени парсы? Персии, сколько остается? Об этом тоже хорошо подумайте. И потом нам говорите, вот это мечети, вот то, что Ираване находится, это персидский, это... Спасибо, спасибо, все, спасибо, спасибо, дорогой. Пантера, в Иране больше чуть-чуть людей живет, чуть-чуть, да. Я хотел бы тебе, Горхмазу, вопрос задать, потом перейти к Варьям Ханум. Скажи, пожалуйста, Горхмаз, у нас все-таки сегодня тема раскола Армении. Как ты относишься к тому, что она уйдет к России все-таки или к Западу? Твое мнение, куда она уйдет? Армения, она уйдет в Индию, а территория Ереванского ханства вернется в Азербайджан. Спасибо, спасибо. Я пытаюсь вести конструктивную беседу, пожалуйста. Да. Мой ответ такой, Кямра, если армяне сегодня половина, вот как они католические и православные, они поделились, да, сегодня они идут на два фронта, то есть Запад и Россия, да, и поэтому армянское государство, понимаешь, исчезнуть, если не пойдут в сторону Азербайджана и Турции. Если они и с нами не будет. Спасибо, Кямран, это очень хороший эфир. Спасибо. 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 Мариам, я бы хотела добавить. Добрый вечер, Кямран Али. Вы меня слышите? Говорите. Да, слышу хорошо, слушаю. Вы знаете, вот мне тоже немало годов, я почти полвека живу на этом белом свете.
ту историю, которую мне прабабка рассказывала про Ереван. Это нигде не написано было. Это скрыли. А вот сейчас это все выплывает. Она вот тогда говорила, что история живая, она когда-нибудь выплывет и восторжествует. Так как она была ереванская, из Еревана была она. Она была дочкой хана, выходила за сына хана замуж. За Мусабея выходила замуж. Ваша бабушка. Ваша да, прабабушка. Зиньят, прабабушка. Ей было 200 больше лет. А, как звали вашу прабабушку? Да, да, прабабушка. Ей, значит, хаи выкалили глаз. Она как звали вашу прабабушку? Как звали вашу прабабушку? Прабабушку как? Звали Мухаммеди Зиньят. Мухаммеди Зиньят Рзагулы Хангазы. Она была дочкой Рзагулы Хана, получается? Нет, там Рзагулухан, там много ханов было, бяев было, там много купцов было, таджиров было. Но я знаю, я что понял, она я задаю вам, что... Вот, а ваша бабушка, если ее звали Мухаммеди... Прабабушка. Прабабушка, она Рзагулухангазе, значит, она была Рзагулухана дочкой, да, если Рзагулухангазе, правильно? Ну, Муса ее, значит, звали мужа Муса, звали Мусахан, Рзахан. Okay. Потом Сейнхан был, там... Вот скажите мне такой вещь, по-вашему сейчас Армения уйдет с России или уйдет все-таки в Запад, по-вашему? Вы знаете, моя прабабушка рассказывала, что вот это вот Армения, это слово ключевое состоит из двух слов, азербайджанских слов. Армяне, бу армяне. Значит, я вас умоляю, ханом, у меня сегодня другая тема. У меня тема раскол Армении, я вас умоляю. Пожалуйста, да, давайте, да, вот, оставаться в рамках. Очень вас прошу, давайте, да, вот, без того, что у них есть история, нет. Они независимое государство. В своих проблемах и счастьях разбираются. Какая мне разница, есть у них история или нет? Пускай сами разбирают свои истории. Салам алейкум. Салам алейкум. Салам, салам. Конкретный вопрос. Государство Армения так таково я не знаю, потому что мы еще не признавали такое государство. Мы еще, как бы наше правительство, мы еще друг друга не признавали как государство. Поэтому для меня государства Армении нету. Есть даже жена России, гулящая жена России. Естественно, как бы ни было, Россия обнимал бы ее и никому не даст. Спасибо. Я пытаюсь вам объяснить уже час, что я это буду в YouTube выставлять. Но, видимо, слово. Да. Камран, значит, да. Значит, будет так. Та часть, которая живет в России, армяне, они останутся в России. Та часть, которая живет в Армении, путем военного переворота или там или еще что-то такое, поменяется власть. Россия никогда в жизни не отдаст Армению просто так никому. Ты правильно заметил, что она ее или продаст, или на что-то обменяет. Но, скорее всего, там просто поменяют власть. Вот и все. Спасибо. То есть, может быть, провокация, и придет там тот мужик, который сейчас поехал в Карабах. Да? Слушаю вас, Рус. Алло. Да, видимо. Мое лично субъективное мнение таково. Я думаю, что, скорее всего, либо действительно Армения полностью отрежет все концы с Российской Федерацией, либо 90% я уверен, что все-таки Россия попытается поставить туда своего человека, вот этого мужика, который в Карабахе сидит. Скорее всего, его и попытается поставить. Потому что с Пашиняном дела не двигаются. В ОДКБ он уже не хочет, своих солдатов в Украину не посылает. Ничего чувак не хочет. Понимаете? Поэтому Россия понимает, что вот сейчас за 200 лет впервые она может потерять Армению и может потерять, скажем так, контроль над этой страной. Поэтому делать будет все, чтобы поставить туда своего человека. Да, вот этого Варданяна или кого-нибудь, да. Такие сразу найдутся, кстати. Очереди стоят. Почему Симонян, Киасаян, я не знаю, эти вот... Ну, скажем так, да, армянские, скажем, депутаты там и просто известные люди с ящика, да, Затулин. Почему они никак Армению не обвиняют в том, что а вы вообще кто? Кто вам дал право не вступать в ОДКБ? Кто вам разрешил не посылать солдатов в Украину? Кто? Они молчат. Заметьте, а? Видите, как они молчат?
Скобеева, Затулин, не знаю, Симонян, Киасаян, все эти армяне, да, Шахназаров, все молчат, ждут. Куда же Армения пойдет дальше? К Западу или останется с матушкой? А матушке тяжело. Матушке сейчас не до армян. Армения требует, дай нам войска, дай нам поддержку. А не получается. Ну что, мои золотые, что вы думаете об этом? Сейчас я хочу поднять сюда парочку армян. Пускай они тоже свою точку зрения нам поведают. Мне интересны их позиции. Все-таки Армения, как независимое государство, больше за Украину, за Европу, за Америку или все-таки с Россией дальше? Мне хочется услышать армянскую сторону, поэтому хотелось бы сюда именно попросить армян. Если есть таковые, поднимайтесь, заходите. Хочу услышать ваше адекватное все-таки мнение. Повторюсь, не считаю, что армяне вчера упали с неба. Это народ определенно живет на этой земле давно. И чем больше мы говорим каких-то глупостей, тем выглядим мы странней. Тыкаем, тыкаем, тыкаем экран, друзья. Не-не, только адекватных. Я знаю, тут у меня сидят несколько адекватных. А все остальные, те, которые ругаются, нет, это не мое определенно. Наша сегодняшняя тема – раскол Армении. Прошу придерживаться именно этой темы. Самодеятельности, если можно, да, хорошо? Не нужно тут доказывать, что они там такие, не такие. Конкретно в рамках. Здравствуйте, слушаю вас. Да, здравствуйте, здравствуйте. Можно, да, я скажу? Да, да, ваше мнение. Я думаю, что Россия никогда не позволит Армении уйти, потому что это создано российским, Россией, это государство на тюркской земле. Поэтому Россия никогда не позволит Армении, чтобы они куда-то в другую сторону шли. Никогда в жизни. Спасибо. Самир Бакинский. Да, салам алейкум всем, всем приветствую. Я тоже, знаешь, да, я тоже придерживаюсь того мнения, что Россия не просто так послала человека, и он поехал, сел в Карабахе, миллиардер, и сидит тихо пока что. Значит, он что-то выжидает. Вот. И, я думаю, что вот даже эти протесты, что сейчас происходят в Ереване, что, мол, Путин там, Россия, уходи, это все как-то связано, что-то хотят сделать потихонечку. Вот, и я не думаю, что они уйдут в Америку. У армян есть хороший опыт сами. 1999 год. Все было примерно то же самое, что и сейчас. Собирались подписать договора, что-то признать, пойти на мировую с Азербайджаном. Что произошло? Зашли несколько человек, расстреляли весь парламент. Вас, Гена Саркисяна, там Демирчана. То же самое сейчас будет. Зайдут Пашиняна, там, я не знаю, вот этого вот Ален Делона, Ален Симоняна. Всех их в расход. И придет вот этот Варданян, так же, как и тогда Кочерян, да, Роберт Кочерян был президентом Карабаха, вдруг президент одной страны не признает, вдруг стал президентом другой. Как это бывает? Прикинь, президент Никарагуа пришел, стал президентом Испании, допустим. Да ну что это такое? Да, я тебя понял. Это то же самое. Я думаю, Россия никуда Армению не отпустит, ни при каком условии, в смысле, ну, сам ты понимаешь, это хорошо. А то, что хотят там в Америку, в Европу, они там ходят, ну это... Это так, да, в смысле. Покричат и разойдутся. То есть не отпустит, да? То есть Россия нет, не отпустит нет. Америку. Армению. Армению не отпустит. А Россия-то сама теряет хватку. С этим что делать? Россия же теряет хватку. Уже как бы ресурса нет, понимаешь? Что делать с этим? Я думаю, что для Армении такого большого ресурса... Эту тему не понял, я очень извиняюсь. Я думаю, что для Армении нужен такой большой ресурс. Со стороны России. Дорхмат, к моему большому сожалению, ты в последнее время ходишь в некоторые другие эфиры, где в принципе, очень приземленно и не огорчайся, но там, куда ты ходишь, это совершенно не твой уровень. Поэтому советую иногда... Да. Я понимаю, что скучно, но все равно. Да. Да. Ты способен на большее. Я знаю. До свидания. Я не думал, что у нас... Серьезный вопрос был. А если серьезный вопрос, то, естественно, Россия никогда не отдаст Армению. Если она отдаст Армению, то она потеряет контроль по Закавказью. Если она потеряет контроль по Закавказью, там Кавказ может подняться. Поэтому Армения останется при России с новым руководителем, не с Пашиняном.
Вот как все говорят, с новым руководителем. То есть думаешь, Пашиняна Россия убили? Да, она, это то, что там лозунги, митинги идут, это не рук дело Европы, это рук дело самой же России. Чтобы было бы какое-то разжигание внутри, как надо делать, раскол как делать? Надо внутри как-то разжечь, разжигание, они сами себя же начинают хаять, что вот вы, армяне, не хотите ОДКБ, вы нас не хотите, а сейчас будет вот так, и там какой-то переворот должен произойти. И это будет для армянского народа очень плохая часть их истории. Почему будет плохая часть их истории? Потому что внутри их страны же, как у нас был 20 января 90-го года, у них может там же повториться. То есть это все идет к этому. Пока то, что я наблюдаю, то, что делает Никол Лавович Пашинян, он все делает так, чтобы его сместили. Он все к этому делает. Все под это подписывается. Кто ему программу пишет? Ну, ему, естественно, программу пишут западные страны. Им программу пишут, что, и, как говорится, дают повод, чтобы он рыпался на Россию, но он не туда замахнулся. То есть это, во-первых, не его уровень, и это не его война между Россией и Западом. Он может многое проиграть, и Армения сама очень может остаться в общем в плохом, плачевном состоянии, что финансово, что экономически, что политически, что с военной помощью. У них не будет никаких ресурсов, никаких сил, чтобы потом заново подняться на ноги. То есть это мое личное мнение, и это то, что я вижу и наблюдаю за последнее время, то, что творится в Армении. То есть здесь уже разговор не идет между Россией и Арменией. Здесь разговор идет уже между Западом и Россией посредством Армении. То есть кто сможет установить там свою власть, кто сможет установить контроль по Закавказью. Все идет к этому. Спасибо. Идет... Ребята, спасибо. Спасибо. Нет, по очереди, нет. Да, ребята? Да, Зюльфугар. Зюльфугар, по очереди, прошу. Давай, вот кто давай. Пришел позже? Салам алейкум. Да, добрый вечер. У меня всего две версии. Это первым долгом то, что если Россия распадется, то Армения уже будет вынуждена присоединиться или к Турции, или Азербайджану, потому что как у них своих ресурсов ничего нету. И в данный момент государственность Армении висит на волоске. Вот и все. Это мое мнение. Спасибо. Спасибо. Да, Мехман, говори. Добрый вечер, добрый день. У кого как. Ребята, у меня только одна версия. Распад России я не верю, если честно. Хотелось бы, но не верю. И как сказал Гохмаз Майалим, что это делает Россия. Да, делает, понятно. А дальше? А дальше что? Она же все равно будет, не уйдет с Армении. И это будет продолжаться. To be continued. Ты думаешь, это будет продолжаться? Спасибо. Спасибо. Армен, приветствую тебя в моем эфире. Здрасте. Здрасте. К тебе вопрос, да? Ты, как я говорю, такие армяне, как ты, действительно являются настоящим лучом света для тех людей, которые зомбируют, скажем так, друг друга. Причем ты как показатель, может быть, не только показателем для армян, но и для всех, можно сказать, народов, каким должен быть настоящий патриот. Скажи мне, пожалуйста, спасибо. Армен, по-твоему, будущее Армении все-таки с Европой или дальше с Россией? Ну, Камран, мы уже это обсуждали пару раз, если помнишь. Вот. И я считаю, что, конечно, у Армении выбора нет. Я думаю, что, конечно, у России сейчас есть свои проблемы, но она по-любому в ближайшее будущее останется... придется остаться на стороне России, я так думаю. И вот это западное влияние, оно, конечно, есть, но оно не сравнивается с Россией. Потому что Россия, по-любому, ей принадлежат там ресурсы, компании, там она поставляет все оружие, то есть у них такая, они просто доминируют Армению со всех сторон. То есть даже если вот там западные лидеры приезжают или представители каких-то западных организаций приезжают, это, в принципе, ничего. Не знаю, что это для Армении так долгосрочно. Вот. Мне кажется, что Армения сама приглашает немножко Запад, чтобы Россия больше пошевелилась и сделала для Армении. Если честно, это мое мнение. Да, я тоже так думаю, согласен.
Но это, да, вот типа думаю, смотрите, если будет. Не сделаете, не поможете, да, то мы вот вообще вот уйдем. Но все-таки ты считаешь, что Армения останется с Россией, и Россия ее никому не отдаст? Ну, к сожалению, да, но это правда. Зачем врать? Я считаю, что это... А ты бы какого хотел бы? Вот ты бы какого хотел, скажем так, продвижения событий? Вот ты как патриот, как человек, который вчера ужинал в Монако, а потом поехал во Францию, при этом никакие границы не пересекает. Ты из Монако, когда поехал во Францию на Убере, ты где-то там свой паспорт предъявлял, тебе печать ставили? Нет, нет, конечно. Вот так же могло бы быть между Грузией, Азербайджаном и Арменией. Спокойно ездить куда хочешь, даже не знаешь, где границы. Камран, это моя мечта, уже это мечта, но что сказать, так могло быть, конечно. Вот твоя мечта все-таки, чтобы Армения была свободна и как бы зависела сама от себя, да, скажем так, и со всеми строями. Ну, понятно, да, по-любому Армения такая сама по себе, ну, маленькая страна, то есть по-любому придется, да, попасть в какую-то зону влияния, да, но, конечно, более так, независимой автономности хотелось бы, вот так скажу. Понятно, понятно. А вот по-твоему, что так вдруг Россия так вцепилась в Армению уже столько лет? Вот прям вцепилась и не отпускает? Типа вообще с начала там истории России и Армении или вот именно сейчас? Ну, после, ну... Не, вот сейчас истории. Последние вот 30 лет, да, скажем так, да, вот развалился Советский Союз, ну идите, да, идите тоже своей дорогой. Потому что, ну она теряет вот эти все... Лояльное государство, да, там у него теряет там силы в Средней Азии, Балтийские страны вообще ушли полностью к Западу, там Украина тоже. У них только есть что? Ну, Беларусь и, ну, до какой-то степени Казахстан. То есть у них такая стратегическая страна в Кавказе, единственная страна в Кавказе, которая готова их, в принципе, на государственном уровне поддерживать. А что думать будет с Россией, Украиной и Армен? Вот по-твоему, Россия и Украина, чем это сюда кончится? Кстати, вот как раз я, когда вчера ужинал, вот, я там был с другом, он русский, вот, мы эту тему обсуждали, конечно, и, ну, по-любому, я, короче, мы с ним не согласны, он считает, что вот сейчас зимой будет победа, я у него спрашиваю, окей, тогда что для тебя победа, потому что пока на данный момент цель непонятна никому, что такое победа, это, он сказал, что Украина к зиме исчезла с карты мира, вот. То есть, ну, конечно, не знаю, насколько это вероятный прогноз, но вот такие идеи, вот. То есть человек так сказал, так думает. Да, так сказал. Я вообще, ну, конечно, я с ним так долго спорил, но, конечно, потом прекратили тему, но вот. И у многих такое мнение, понятно. В принципе, есть достаточно радикальное. Это очень адекватное у тебя мнение. Клянусь, если бы ты в Армении был бы премьер-министром, я бы с тобой сразу нашел общий язык. Поели бы устрицы, да. Все решили. Конечно. Да, да, вот. Никто же, все хотят жить и быть счастливыми, блин. Реально, вот ты с Монако поехал во Францию, никаких границ, просто едешь, да? Я не знаю, как зовут нашего гостя. Как зовут нашего гостя? Армен. Армен. Надо согласиться. Финалист Армен, моего проекта самый умный. Братуха, выходи вообще отсюда. Айча. Выключи его, Чамлан. Срамоты цепи, Ахпер. Чамлан, выключи и его, твой идиот. Выключи его. Ахпер, Эрли. Давай, выключи, иди гуляй. Выключил. Да. Армен, вот ты нормальный, адекватный человек, да, правильно? Мне твои рассуждения мне очень сильно понравились. Молодец. Я бы сказал бы так. Вот просто надо признаться, вот эту гордыню убрать, вот эту гордыню, да, вот убрать и признаться то, что Армения бы жил бы прекрасно, вот прям вот расцветал бы, если бы он бы вступил бы в союз с Азербайджаном и с Турцией, вот присоединился бы, вот не в плане границ, да, полностью. Да, а я понял, открылись, да. Бы, открылись бы границы, вот примкнул бы к нашему и турецкому, и азербайджанскому вот это политике, и вместе вот вы понимаете, да, что у вас никаких ресурсов нету, кроме этих абрикосов, правильно? Есть банановые республики и есть республика абрикосовых. Просто вот если бы присоединился,
присоединился бы. Поверь бы, что Армения был бы сейчас самым один из таких, да, вот, процветающих бы государств. Единственное спасение – это не Европа, это не Россия, а именно Турция и Азербайджан. Именно Турция и Азербайджан. Из Турции, вы сами знаете, что у вас там техника, одежда, все там оттуда приходит из Турции, а нефтью, газом, бензином... Зульфугар, армян живет во Франции и собирается поступать в Великобритании. Он там вообще кайфует, в шоколаде живет. Он вчера ужинал в Монако. Так что все хорошо. Не, я не для армена говорю, я для Армении говорю, что газом, нефтью, бензином бы это все снабжал бы Азербайджан, а остальное все там, это, ну, там техника, там какие-то обиходные вещи, все из Турции. Клянусь, Армения была бы сейчас в шоколаде. Ну, я так скажу, идея, конечно, амбициозная, я думаю, это сработало бы до... Ну, до Первой Карабахской. То есть, если бы не было бы той войны, то, конечно, да. А после этого А как ты думаешь, может быть так, что Первую Карабахскую вообще Россия создала, чтобы контролировать и Азербайджан, и Армению? Я думаю, Россия спровоцировала Вторую войну. Вот это точно знаю. А то, что про Первую... Ну, а вот скажи мне, вот зачем нужно было устраивать первую войну, допустим, да, самим армянам, если в Азербайджане жило 500 тысяч армян, в Карабахе жило 100 тысяч армян, в городе Степанакерт, который, да, был когда-то Ханкенди, стал Степанакерт, в честь бакинского комиссара Шаумяна, главой исполнительной власти, мэром был армянин. Зачем, если и так все они там везде жили и везде управляли? Я жил сам в Шаумянском районе. Сейчас он Хатаинский называется. Смысл? Если у тебя 600 тысяч армян живет в Азербайджане, шикуют, Каспий, виллы, замминистр, у меня знакомый, его папа был замминистром промышленности в Азербайджане, чистый армянин, прикинь? Другого папа был прокурором, третьего директором шубного завода шубы кожи. Смысл? Понимаешь? Я думаю, что это подстава была, вот взяли... собрали деньги и создали этот конфликт, чтобы контролировать обе стороны. Когда две страны воюют, их проще контролировать, нежели так когда у них мир. Вот только что как раз кто-то написал в комментариях «разделяй власть», и вот именно такая тактика была, я так считаю. Вот еще один человек, который очень сильно пострадал, это Александр, у него украинские и грузинские флаги. Да? Приветствую вас, Александр. Слава Украине, слава Азербайджану. Я с Украины. Спасибо, все взаимно. Просто ваше спросить... мнение, скажите, пожалуйста. Да, спрашивайте. Армении, ну, такого сейчас в Европе. Просто что он сказал, друг, сказал, что Украина пропадет до конца, что он хай скажет, еще раз повторит. Не, вы неправильно услышали все. Это я говорил, что мне... такой говорили, это не мое мнение. Да, про друга. Да. Ну, план такой, да. Ну, это настоящий русский выбор. Ну, так же не... Русский настоящий. Не, ну, так же не только его друг говорит. Так считают очень многие. Подключи телевизор. Так очень многие считают, что там сейчас будет холодно, что-то, как-то. Ну, это ж просто... Но при этом, как мы видим... Понятно. Всем мира желаем. Да. Армен, а напоследок что-нибудь хорошее скажи, мирное. Ну, что-то мирное. Ну, пусть как-то решатся проблемы. Конечно, не знаю, в какую-то сторону идет, но знаю, Камран, что я типа за мирное. Но считаешь, что сегодня Армения все-таки раскалывается? Или ты думаешь, это спектакль, который Россия устраивает? Не знаю, увидим. Если честно, мне сложно сейчас понять. Вот, там разные информации с разных сторон, то есть, и так как я там не живу, то есть ситуацию там с своей точки зрения не вижу, то сложно понять, типа, что на самом деле происходит, вот так скажу. Спасибо тебе, спасибо, благодарю. Из Израиля, дорогие друзья. Видео будет выставлено в полном формате в Ютубе, поэтому, пожалуйста, придерживайтесь норматива, полностью будет в Ютубе.
Добрый вечер. Меня зовут Сергей. Здравствуйте, Сергей, слушаю вас. Я родился, вырос в Украине, смотри, но у меня все друзья, все кавказцы там, в Украине. Ребята и бакинцы. Замечательно. И... Слушаю вас внимательно. Слушаю вас, Сергей. Слушай. Говорите, Сергей. Говорите. Карабах, это все сделала Россия. Провокацию. Там у меня, там друзья у меня, бакинцы, они есть армяне, бакинские армяне. Очень много друзей у меня бакинские армяне. И бакинцы, они все между собой очень дружат. И это никто даже не вспоминает. Это все сделала, они сами так говорят, это все сделала Россия. Интересно. Спасибо. Да, Ханум, слушаю вас внимательно. Да, добрый вечер. Можно, да, я скажу еще раз? В общем, удивляют меня люди из Азербайджана, которые предлагают армянам дружбу, открытие границы, нефть, газ. Настолько меня удивляют эти люди. Или плохо знают армян, или неграмотные. Во-первых, и от всего народа не надо вот этого предлагать, вот эту дружбу. А во-вторых, что я вам скажу, в Армении... А вы скажите мне, я очень извиняюсь. Если на... Секунду. Если на государственном уровне говорят, что мы должны строить отношения с соседями, должны строить с ними диалоги, подписать мирный договор, что вы можете сказать? Вы пойдете к аппарату? Я думаю, что это они говорят. Народ этого не хочет. 90% азербайджанцев не хотят дружбы с армянами. Потому что я вам еще раз скажу. Я вам еще раз скажу, что вы еще наш народ еще... У вас сын есть? Есть у меня сын. Вы хотите его похоронить? Нет, я его не хочу похоронить. Почему похоронить сразу? Так что важнее? Сейчас что важнее для нас? Беречь наших сыновей? Я поняла. Я еще раз вам хочу сказать всем азербайджанцам, что мы до сих пор, вы не поняли, что как нам повезло, как повезло нашему народу, что мы избавились, что наш Баку, Гянджа и остальные города избавились от армян. Если бы они жили бы у нас до сих пор, это вы уже даже не знали бы, они под нашими фамилиями, именами все присвоили бы, везде командовали. Нам повезло, что Карабахская война началась. Началась Карабахская война, и мы избавились от армян. В плане того, что сейчас было бы армян в Азербайджане 1,5 миллиона, и сейчас, возможно, у нас бы вообще не было шансов. Тут я полностью с вами согласен. Сейчас было бы их 1,5 миллиона, в каждой семье были бы армяне, да, с их идеологией. Может, даже 2,5 миллиона. Если бы сейчас это бы случилось. Да. Сейчас бы мы просто бы не вытянули, скорее всего. Да, молодец, что соглашаешься со мной. Да. Я не говорю о братстве. Я говорю о том, чтобы мы могли бы хотя бы чуть-чуть отдалиться друг от друга, но перестать хоронить сыновей. Ребят, мне жалко, да, понимаете? Вот этим согласна. Но мы с ними дружить не будем. Вижу. Я хожу на кладбище. Мне ребят жалко. Да. Мне людей жалко. Я согласна. Согласна, да, в этом вопросе. Но с ними дружить нам уже не надо. Потому что это в истории, это не один раз. Они предатели. Этот народ с этим народом просто нельзя. Это буду не вырешать. Анна, добрый день. Это не почему я народ не решает? Мы народ не хотим. Захотят, нет, азербайджанский народ не хочет дружить с армянами. Анна, это будут решать добрый ваши день, правнуки. Хорошо, Камраз, у меня еще я один ответ на твой вопрос. На твой вопрос. Я хочу еще ответить на твой вопрос. Через 100 лет, может быть, они захотят. Я поняла. Все, у каждого есть свое мнение. Ну, большинство азербайджанцев вот такое мнение. Не хотим дружбы с ним. Все. И хочу, вот вы спросили, за что Россия вцепилась. Знаете почему? Потому что Россия считает, что это не армянское государство, это не армянская земля сегодняшняя, которая называется Армения. Это русская, которой русские захватили у турков вот ирландской земли. Они считают, что это они просто искусственно созданное государство под Арменией. Все. Поэтому они вцепились. И они считают, русские считают, что это их земля, которая захвачена когда-то у турков. Все, спасибо, я все сказала. Добрый день, друзья. Спасибо. Кстати, да, не думайте, что армяне в Армении прям жаждет с нами дружить и здесь, знаете, с нами лепеют устраивать. Естественно, у них даже словечки похожи выстреливают. Мы еще как-то лояльно разговариваем.
Да, слушаю вас, Тони Диктони. Добрый день, друзья, я с Украины. Добрый день. Вот, услышал ваш разговор, стало интересно. Слушаю вас, мне... говорите. Слышали про такую, как это называется, геноцид в Руанде? Слышали такое явление? Был он в 92-м году, то ли в 94-м в Африке. Геноцид в Руанде. Не буду врать, не слышал. К сожалению, получается... африканский народ не такой, видимо, скажем так, да, громкий, как мои соседи, поэтому ничего об этом я не слышал. Ну, это так, сказать, предыстория, к чему я веду, чтобы как бы объяснить свою точку зрения и видимость. Получается, жили две национальности, тутси и, как же, вторых, не помню, в общем, две национальности в одной стране на одной территории. Вот, и эти территории были как бы колонии Бельгии. Поэтому как бы... Франция, Бельгия, да? Франция, Бельгия, Африка, да, там как бы я как бы этих подробностей не помню, как бы суть я смогу вам изложить. Вот, и получается, в одно время они начали их делить. Раньше у них не было в паспортах не указана национальность, не было указано, что там кто-то тутси, кто-то вот с другой, как бы с другого племени. И они жили себе мирно, спокойно. Потом пришли бельгийцы, как бы, чтобы управлять этим всем движением. Они взяли, поделили их. И как бы были на тутси и на вторую нацию. И как бы вот. И начали говорить, типа сравнивать, кто из них ближе к белому человеку, типа к европеоидной расе. И как бы пришли к тому, что тутси якобы ближе. И как бы на этом фоне начали появляться раздоры и вот как бы, ну, типа зависть какая-то. Вот, в то же время появляется такая вот радиостанция «Тысяча холмов» на той территории. Слышали, не слышали? А можно как-то вот чуть-чуть, у нас тема сегодня, тема раскола Армении, можно как-то укомпоновать, пожалуйста? Вот да, как-то вот, короче, что давайте, ли сделать? Давайте, я сейчас за 3 секунды это сейчас все. Вот, они начинают вещать информацию, что вы должны убить тутси. То есть они как бы не говорят напрямую, надо сделать свое дело, давите этих тараканов. В результате за 100 дней на тех территориях в Руанде погибает свыше миллиона людей. Резня мачетами было такое явление. То есть ну, по приказу правительства люди брали оружие, выходили сделано, да? и убивали поэтому... своих соседей. По причине пропаганды. То есть я считаю, что все как бы конфликты в мире это искусственная, которую создают специально, чтобы зарабатывать деньги. Так же самое с конфликтами. Ну, типа, обычным людям делить в этом мире нечего. Я подвожу к тому, что как бы, спасибо, это была пропаганда. Спасибо. Пожалуйста, не используйте, да, слова вот подобного формата. Приходится все это потом вырезать. И для меня это лишний зюлюн. Слушаю вас, Нурик. Нурик! Салам алейкум, брат. Здравствуйте, слушаю вас. Ну, я тоже вот смотрю, ты вот правильный разговор ведешь там. Ну, не все разговоры. Спасибо большое. Мира тебе желаю. Мира тебе и любви. Иди с миром. Да. Иди с миром. Дай Бог тебе здоровья. Я да, сам. Да, сал, спасибо. Да, Камран, я когда запрос бросал, тема была, что в Азербайджане еще, пускай никто не забывает. Я немного в историю зайду. Где-то два года правил Мирзоян. Был генеральным секретарем Азербайджана. В этот период, когда был отдан Зангезур. Потом, до 1991 года, министром деревообрабатывающих, лесного хозяйства это называлось, Министерство лесного хозяйства, был, я его фамилию забыл, Арсен его звали, тоже был армянин. До 1991 года. И все цеховые дела в Азербайджане практически были армяне. Армяне в Азербайджане неплохо раньше жили. Но мы немного сейчас отошли от нашей темы, вот то, что касалось, будет ли расколота Армении, раскол, или же она уйдет в Европу, или же она будет с Россией. Я еще раз скажу, Россия Армению никогда не даст. Хотя полностью проект Армении, все говорят, это российский проект. Нет, я с вами не согласен. В 1918 году это был проект, сделан Францией. Как государство, чтобы создать государственность Армении, это был проект, сделан Францией, а не Россией. Дорогие друзья, если можно будет, музыкальная пауза, мы...
против нашего Армена что-нибудь сыграть. Прошу, музыкальная пауза. Что-нибудь от души, прошу. Beyaz geceler, Şeyh Alizade. Başlıyor. Да, Кишник, это яблоко любви, да, ваша, да, композиция. Чайд Ализаде написал. Да, да. Как дела? Как называется эта мелодия? Как называется мелодия? Яблоко любви. Все у Сакита, все как Сакита. Сакита. Это Beyaz Geceler. Написал Чайд Ализаде. Beyaz Geceler, Beyaz Geceler. Сакит, да, поймите? Сейчас эта музыка, знаешь, как? Сейчас эта музыка, я скажу, пару момент покажу. Сейчас. У нас музыкальная пауза. Он фанат нашего Сакита, который это, из гусаров. Надо привлекаться, но который ты сказал, Сакит поет. Ну, в общем, знакомы мы не все. Да. Спасибо тебе, Армен. Спасибо за музыкальную паузу. Благодарю тебя. За прекрасную музыкальную паузу. Спасибо тебе. Спасибо, желаем тебе мира. Видите, какой приятный человек. Зашел, сыграл азербайджанскую мелодию. Говорим дальше. Можно я доскажу? Да, я... Нормально ли? Да, нормально. Это здесь, которая вот дама заходила, женщина под ником Юзер. Она сказала, что это Азербайджан, это кто такие, что предлагают дружбу. Она и не услышала в начале моего разговора, что если бы армяне не пошли бы в сторону России или к Западу, лучше бы они бы пришли бы к союзу с тюркским миром, Азербайджаном и Турцией, они бы жили бы сейчас в шоколаде. Пускай она немножко внимательно слушает, а потом какие-то претензии. Я не сказал, что сейчас мы им предлагаем нефть, газ, там, не знаю, бензин. Это мы сейчас не будем уже предлагать после всего этого, то, что они натворили. Это естественно. Это само собой. Столько шахидов дали. Это само собой. Но сейчас я это не предлагаю. Вовремя. Все надо было делать вовремя. А не после того, что как все это уже испортили, а сейчас уже все, поезд прошел. Надо было вовремя все делать. А до этого я сказал, что Армения, государственность Армении сейчас висит на волоске. Как ты говоришь, сейчас у них распадется все скоро. Давай, пока. Либо пан, либо пропал. Спасибо. Ребята, можно говорить, да? Где бы они ни висели, вот мы должны свою солидарность. Солидарность мы свою показываем. Мы не собираемся кого-то там уничтожать до конца. Я сам ветеран войны, сам воевал. Сын мой тоже воюет за Азербайджан. Я азербайджанец. Но в данный момент в Азербайджане не нахожусь. Но в любом случае мы не устраиваем там то, чтобы хотим там добить какой-то народ.
Если будут нормально жить, мы никого убивать не собираемся. Мы, наоборот, за мир. А когда в нас стреляют, мы будем защищать свои земли до последнего. И всегда будем вот бороться за свою свободу. Это спасибо, наши батюшка. Земли. Мы всегда будем... Спасибо. Спасибо. Камран, спасибо. Можно вопрос тебе задать? Ормас, чуть-чуть с Арменом пообщайся, да? Да, чуть-чуть Армен. С Арменом пообщайся. Да-да. Армен, вот что ты вот скажешь? Я вот до этого высказал одну фразу насчет 1918 года, что Армения – это проект Франции. В России было до. Но в 1918 году о создании государственности Армении это был проект Франции. Что ты можешь про это мне сказать? Проект очень Франции? Мы с тобой часто выходим в эфир, да. Да. Проект Франции. Не знаю, если проект Франции, но то, что, конечно, там после, ну, развала, можно сказать, Османской империи, когда там делились, да, можно сказать, территории, и когда там уже была Западная Армения, ну, территория, да, то понятно, что французы это в основном поддерживали, американцы там и так далее, что с этой стороны, и там в Киликии тоже хотели туда заново там основать какую-то республику, Киликии, там, где армяне, там, в городе Адана жили, Газиантеп и так далее, вот, в таких местах. Но, с какой-то стороны, понимаю, но то, что это проект, я не согласен, особенно тоже не согласен с фактом, что они говорят, это проект России. Нет, не проект России, потому что Первая Республика Армянская, как вообще появилась? Это после революции российской, и имперские земли делились, да, то есть у нас свои республики были, как и у Азербайджана тоже. Так что странный аргумент, если честно, то, что это проект России, а проект Франции не могу сказать. Но то, что поддержка была, конечно, и ну, у них там тоже свои интересы были, конечно, против. Ну, естественно, но... когда говорится под словом проект, что подразумевается? Там никто не писал Францию. Естественно, финансирование шло с Франции. Естественно, когда шло дележка в 18 году, уже шло дележка территории. Естественно, не вы сказали насчет финансирования, то есть в плане финансирования? Не, я сказал проект. Проект там все входило, и в проект все входит, и финансирование, и все остальное, да, то есть начинается проект, все начинается, первый проект начинается всегда с финансирования. Ну, финансирование было от французов и от англичан тоже когда-то. Ну, от англичан я не слышал, а первый раз, по правде говоря, от вас слышал, было финансирование от англичан, я спорить на эту тему не хочу, потому что я не в курсе этого, чтобы на эту тему спорить было. Это как раз было. Я с турецкого источника читал, там здесь на странице. Я еще раз сказал, может быть, я не спорю с вами, я поэтому сказал, я насчет Англии убираю в сторону, но насчет того, что он был в России, это был Франции, это 100% я могу вам уверять, это я сам вычитывал. Спасибо, Гохмат, спасибо, Армен. Гисас Меалим, перед тем, как скажете заключительное слово, прошу, друзья, подпишитесь, пожалуйста, на Крис. Девушка такая, очень, очень такая красивая фотография, подпишитесь на ее аккаунт. Так, Гисас, слушаю вас, добавьте. Я еще хотел что добавить. У Азербайджана сейчас есть национальная идея. Такая идея у России почти что искусственно подтягивается. Для того, чтобы Россия процветала, у нее должна быть какая-то идея. У нее идея сейчас только захватить какие-то земли. Вот. Со временем спасибо. Ее распад неизбежен. А как только, Ты думаешь, Россия распадется? Да, со временем, не сейчас. Не сейчас, со временем. Потому что национальной идеи уже у них нету. Они отсутствуют уже национальные идеи. Все те люди, которые уехали, это были... Это были... Можно продолжить? Это были... Не-не, дорогой, ты закругляйся, да, уже, пожалуйста, мы уже закруглим тему. Хорошо, все, ладно. Значит... Мы в другой раз поговорим об этом. Обязательно. Другого раза будет. Дорогие друзья, все это по видео можете увидеть на моем канале YouTube. Прошу также мои 10 последних видео пролайкать и прокомментировать. Спасибо всем большое.